бедствие, которое действительно тут произошло. Очень, конечно, впечатляющее, не знаю, их разрушение после пожара. Это надо просто видеть, лицезреть. Но лучше, чтобы этого никогда не случалось. Много домов погорело, лесных массивов и все, что окружает это здесь. Мы с вами опять на очередных мероприятиях. Мы с вами, друзья, находимся в центре, где все погорельцы ночуют, живут, находится куча кроватей. Ну, не будем говорить куча, много кроватей. Это спортзал, школьный спортзал. Тут побывал наш президент. Мы сами по себе вот такой спортзал, где люди сейчас находятся в ожидании жилья. Такое жилье им будет предоставлено. Это ты где нашла? На улице. На улице нашла, да? А это у тебя енот, друг енот у тебя? Мне дали его. Тебе дали его? Здесь ты его получила, да? Вчера мне его дали. Да, тебе он понравился. Как его зовут, друга енота? Я его назвала Белок. Как еще раз? Белок. Белок? Белок? Угу. Это твой лучший друг теперь? Угу. Ну ладно, удачки. Где ты тут спишь? Ты тут спишь? Молодец. Я на такой розовой кровати лежу. Где подушка такая белая, в пакетике лежит. Молодец. Тебя как зовут? Даша. Даша, удачи тебе, Даша. Пока.